Слушайте, у детей просто радость и восторг. Радуга у нас отражается от зеркала. А давай вот так вот. Вот, вот видишь, как красиво. Николька меня зовет. Мама, мама, смотри. И вот тут кусочек еще. Смотрите, какая яркая. Вот там где-то от зеркала отражение. А вот идет. Там, но вот там. И вот там радуга, да, и здесь. А на малышке как сделать радугу? Давай на малышку. Ой, тихо, малышка, не падай там. Давай на малышку. Вот на малышке радуга. Ва-а-а. Ну, это, конечно, давай, мама. не сильно хороший еще знак с радугой ходить, но дети еще пока этого не понимают, да? Я одела, мама. А где радуга? А вот она. Вот она. Здесь, с краешка. А вон у малышки тоже радуга. Вау, шарик в радуге, да? Это они так рады. Черепашку давай в радугу. Как ее? Он, видишь, на черепашке вот, только на розовом можно увидеть. Вытянули, кстати, черепашку в этом. Ах, не так давно. Давай на волосах радугу. Красиво будет. Станет так. Вау, радужные волосы. Ну, как-то плохо, да? Так, подойди поближе. Вот так. Встань, подойди. Где тут эта радуга? Так, повернись, повернись. Повернись. Ну, так себе, короче. Мама, ну, хватит, Дима, Тима,